Всем большой привет! И сегодня обзор новинок и актуальных и нужных товаров из магазина «Светофор», город Каменск-Уральский, улица Октябрьская, дом 113. Много новых товаров, в том числе и продуктовых. Видео будет интересным. Оставайтесь с нами. Кто еще не подписан, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Благодарна всем за ваши отзывы, за обмен мнениями о покупках. Мне очень приятно. Крем-масло для тела и рук на козьем молоке. Сохраняет упругость кожи. Яркая бутылочка с дозатором. Объем 320 мл. По цене 65,90. Рядом набор зубных щеток. 5 штук в упаковке. Все щетки разного цвета. Мы уже пользуемся такими, ведь щеток много не бывает. Цена 38 рублей. Китай. Зубная паста «Промис» индийского производства. 145 грамм в тюбике по цене 26,50. Гель для душа по цене 29,90 за 500 мл. Называется гель «Фруктовый коктейль Бархас». Выгодный. Кто-то использует его как пену для ванн. В «Светофоре» новый привоз. Табурет вязаный, высокий. И теперь уже в темно-коричневом цвете. Табурет легкий, прочный, устойчивый. Единственное, сиденье чуть узковато. Произведено в Татарстане. Цена 190 рублей. Полки настенные в трех различных вариантах. Прямые и угловые. Полки хромированные. Пруток 3,5 мм по цене 185 каждая полочка. Табурет Ника. Каркас металлический. Сиденье кожзам двух цветов. По цене 196 рублей. Стулья кухонные со спинкой. Каркас металлический с дополнительной перекладинкой. Сиденье из кожзаменителя серого цвета. Цена 583 рубля, Россия. Скамейка садовая, складная, Ника. Металлический каркас, сиденье пластик серого цвета. Скамейка удобная в использовании, легкая, складная. Если ее перевернуть, она будет вам служить как подставка. Поэтому скамейка называется «перевертыш». Цена 600 рублей 90 копеек, город Ижевск. Максимальная нагрузка 100 кг. В текстильном отделе новинка. Полотенце махровое, размер 50 на 80. Плотность хорошая, 380 грамм на метр квадратный. Цвета приятные. И вот посмотрите, какая выделка интересная. Блестящими полосочками. 100% хлопок. Приятное на ощупь. Произведено в Узбекистане. Премьер текстиль по цене 75 рублей. Набор из двух кухонных полотенец. Одно из них вафельное. На этом рецепт блюд. Винегрет, суп-пюре, сырники. Второе полотенце махровое. Рецепты разнообразные на вафельных полотенцах. Выбирайте сами. На этом греческий салат. Размер полотенец 30 на 50 каждого. 100% хлопок. Производство Узбекистан. По цене 69,90. Женские хлопчатобумажные носки. Размеры 23-25. В упаковке 5 пар. Цена 100 рублей 90 копеек. Здесь же носки мужские хлопчатобумажные. Размеры от 25 по 29. В упаковке также 5 пар. Цена 89 рублей. Продажа духовка электрическая Energy. Объем 25 литров. На верхней панели две конфорки. Духовка малогабаритная, размер 32 на 39 и 52 сантиметра. Отзывы хорошие. Цена 3546 рублей. Идеально для небольшой кухни или на дачу. Рядом ящик для хранения. Корпус из твердого прозрачного пластика. Удобная двухстворчатая распашная крышка. Емкость ящика 32 литра. Цена 198 рублей 90 копеек. Сегодня в продаже много разных сосисок из мяса птицы. По акции 1 плюс 1 сосиски молочные традиции. Они из мяса категории Б, охлажденные, 720 грамм за 99 рублей 90 копеек. Еще сосиски молочные, произведены по технологии, отвечающей требованиям ГОСТа. 1 килограмм по цене 184 рубля. Торговая марка «Добрый продукт» предлагает сосиски сытные, весовые, цена 116 рублей 90 копеек за 1 килограмм.
Это сардельки ветчинные. Производитель Чебаркульская птицефабрика, Челябинская область. Цена 140 рублей 90 копеек за 1 килограмм. Двигаемся дальше. На этой полочке большой выбор сырокопченых колбас. Сервелат гусарский. Колбаса сырокопченая, весовая, 1 килограмм, 324,90. Колбаса сырокопченая, оригинальная, с перцем. Производитель Сибирская продовольственная компания. Цена за 1 килограмм 325,90. Отзывы об этой колбасе очень хорошие. Впервые в продаже мясные снеки. Колбаски сырокопченые, кнуты из мяса свинины и говядины. Цена 105,90 за 250 грамм. Мясные снеки делаются из вяленого мяса, рассчитаны на утоление легкого голода. В первую очередь это закуска, а не основное блюдо. Колбаса стандарт, сырокопченая, полусухая. Колбаса без добавления мяса птицы. Цена 325,90. Новинка. Продукт свиной, копчено-вареный. Корейка на кости, русская. Производитель Кунгурский мясокомбинат, Пермский край. Цена 281,90 за 1 килограмм. Бекон классический, полукопченый, в вакуумной упаковке. Бекон из мяса свинины, собственного откорма. Производитель Сибирская аграрная группа, Россия. 275,90 за 1 килограмм. Рядом свинина классическая. Цена 239,90. Конкурентный продукт от производителя Омский бекон. Тоже полукопченый, в вакуумной упаковке. Выбор за вами. Очередная новинка. Колбаса полукопченая. Эксклюзивная индейка с сыром. Из охлажденного мяса. Высший сорт. Без ГМО. Цена 279,90. Колбаса каспийская. Полукопченая. Натуральные оболочки. Кральки 178,90 за 1 килограмм. И снова акция 1+1. Колбаса докторская традиционная. Из охлажденного мяса птицы вареная. Упакована под вакуумом. 2 батона по 400 грамм. Цена 94,90. И снова вижу новинку. На этот раз на полочках с молочными продуктами. Десерт. Фруктовое желе со вкусом зеленого яблока. 200 грамм 16,90. Творог без заменителя молочного жира. Жирность 6%. В контейнере 400 грамм. Цена 57,90. Кампина. Сливки питьевые, стерилизованные для кофе. Сливки жирностью 10%. Без заменителя молочного жира. В упаковке 10 штук по 10 грамм каждая. Цена 28,90. Маргарин готовим дома. Легкий для любых блюд. 200 грамм в упаковке 13,90. Маргарин «Свежая лужайка». Рецептура по ГОСТу. 500 грамм 34,90. Сметана. Массовая доля жира 20%. 400 грамм 36 рублей 90 копеек. Рядом тоже сметана. 20% жирности, но уже 800 грамм. По цене 66,90. Огурцы среднеплодные, гладкие. Привезены из города Грозный. 56,90 за 1 килограмм. Капуста пекинская, весовая, 74,90, выращена в Башкирии. Молочный пудинг «Эрмигут» со вкусом фисташкового пралине. Без заменителя молочного жира, 140 грамм, цена 24,90. Грант десерт творожный, наполнитель «Мак и марципан», жирность 5,3%, масса 120 грамм, 29,90 цена. Молочный пудинг «Эрмигут» со вкусом кокосовый крем. Ультра-пастеризованный, без заменителя молочного жира. 140 грамм в упаковке, цена 24,90. Напиток йогуртный, кампино нежный, с соком персика. 470 грамм, цена 35 рублей. Напиток кофейно-молочный, «Гранд Кофе». Жирность напитка 2,6%. 260 грамм, 42,90. Карамель мягкая, бело-слада, молокосодержащий продукт, вареный с сахаром. Ведерки 950 грамм, 118,90. Мы как-то покупали, нам понравилось. Набор специй и приправ подарочный. Мельница стеклянная с готовым набором пряностей. Набор из 5 приправ. Это букет перцев с морской солью, приправа для курицы, для гриля шашлыка, итальянские травы,
смесь чили перцев и соль морская пищевая. В каждой мельнице 50 грамм продукта. Цена 229,90. Новинка – сахарная пудра. Идеально подходит для подсыпки домашней выпечки. Вес 150 грамм – 16,90. Настоящие макароны. Спагетти известной торговой марки «Макфа». Группа А. 500 грамм в упаковке. Цена 22 рубля. Макаронные изделия «Сапожок». Из муки твердых сортов пшеницы. Высший сорт. 3 килограмма в упаковке. Обратите внимание, срок хранения 4 месяца. Цена 134,90. Новинка в отделе кондитерских изделий. Итальянская сладкая выпечка. Бублики чамбелла ванильная. Если уже кто-то покупал, поделитесь, пожалуйста, в комментариях своим мнением об этих бубликах. 400 грамм, 47,90. Конфеты «Курьез». Хрустящее лакомство в ассортименте. 500 грамм в упаковке, 117,90. Кукурузные палочки «Петруша». Побалуйте себя и свою семью. Сладкие и хрустящие. 41 рубль за 250 грамм. И на этом обзор на сегодня заканчивается. Если вам это видео было полезным и интересным, поддержите меня лайком и подпишитесь на наш канал. Буду рада каждому новому зрителю. Мне будет интересно и ваше мнение. Пишите свои отзывы. Всем здоровья и до новых встреч. Пока-пока.